Друзья, привет! Мы сегодня находимся на таком не совсем обычном мероприятии, где игроков больше, чем зрителей, потому что людям больше хочется поиграть, чем посмотреть, пообщаться и так далее. Это StarCraft Anniversary. Организатор RoseBrain, широко известный на Good Game, и поэтому мы не могли пропустить мероприятие. Приехали, тут тоже походить, посмотреть, пообщаться. Давайте покажем вам, что здесь происходит. Вот это у нас такая обсерверская зона, и как бы в основном здесь игроки. Но есть парочка зрителей, гудгеймеры подтянулись, подходили, знакомились, общались. Вот, вот может быть, олдскульные старкрафтеры, которые за брудваром наблюдали или, может быть, играли, сейчас узнают, здесь олдскулов. Говорят, их тут полно. Я могу узнать только парочку. Вот, значит, вот здесь вот предположительно у нас зрители, вот, и на большом экране вывели трансляцию Поми. Сейчас, как вы видите, там пока ничего не происходит. А вот все, пошла игра. Вот, значит, а вот здесь сеточка. Сеточка обновляется не только на Good Game у нас оперативно, но и вот тут вот ручечкой судьи дописывают для удобства игроков, чтобы не надо было никуда заходить. Можно подходить и смотреть. Вот, вот судьи прям в прямом эфире все обновляют. Вот, сейчас мы в темную зону зайдем, не знаю, как у нас получится. Может быть, свет включим там. Посмотрим, увидите вы или нет. Огромное количество старкрафтеров, и все кликают. Кликают, кликают, кликают. В общем, всем очень весело. Неожиданно просто. Теплый прием мероприятия поражает, потому что столько старичков потянулось. Так, я не знаю, пройдем мы туда или нет. Вот, там у нас тоже несколько олдскулов. Попробуем их показать сейчас. Сейчас. Вот из 3D-клана несколько игроков сидит. Можно увидеть игроков и болельщиков из 3D-клана. Вот, я вот тут представитель Рокс, например. Тоже в виде ностальгии вытащила футболочку. Нашла, дочка ее сейчас носит периодически. Я ее отыскала. Вот Каби, смотрите, в уголку. Запрятался, играет. Первую игру он, к сожалению, проиграл. Сейчас из лузеров пытается выбираться. Бедолашка. Надеюсь, у него получится. Вот еще олдскульный игрок. Я, к сожалению, не помню никнейм. Вот. Значит, пойдемте в другой ряд, потому что там я тоже знаю несколько олдскулов, которые сидят. Не знаю, получится сейчас или нет. Вот. Кто-то уже сыграл. Сетка у нас получилась на 64 игрока. Вот, смотри, 3D-клановцы, несколько человек. О, привет. Есть ребята тоже в футболках. Так, нет, не пройдем мы туда. В общем, да, и Кириллу не будем мешаться, потому что у него организационный процесс. Вот. Сильно занят, да? Но мы тебя реально на интервью сегодня вытащить, а? Конечно же. Отлично, все. Ну, видите, позитивно, несмотря на то, что проблем, конечно, немало, но уже все решено, игры начались, в общем-то, все хорошо. Вот, поэтому и организаторов даже мы сможем на интервьюшке позже вытащить. Вот у нас тоже тут Old School играет товарищ, видите, 7X Team, Крафт, привет, это твоя команда, вот. Там дальше кто-то помоложе даже есть участники. В общем, всякие. Я тут слышала разговор. Один, значит, прибежал, друг прибегает, говорит, ой, я опоздал. Они говорят, да не, нормальная дирекция. Он говорит, да я 100 лет не играл. Он говорит, ничего, нормально, на П будешь нажимать все время. И говорит, как-нибудь сыграешь. Ну, он пошел, зарегился, играет нормально. Вот мы туда, наверное, не пройдем просто. Вот. О, и самое главное. Самое главное, самое вкусное – это вот трофеи, которые кто-то увезет с собой. Кто-то в Москву, кто-то во Владивосток, может, а кто-то и в Корею. Ну, возможно, один из трофеев уедет в Корею. Но не факт, кстати. Тут и в Норвегию может отправиться, и куда угодно. Они, кстати, по размеру одинаковые, чтобы никого не обидеть. Ну и
как бы основная проблема доставки трофеев – это вес и размер, да, когда приходится в аэропорте как бы объяснять, что ты это тащишь такое вот. Вот, а тут как бы все демократично, легенько и хорошо. Упаковал в бумажку и увез, как сувенир. Так что вот такие дела. В общем, ждите интервьюшек, будем заливать потихоньку по мере поступления, общаться с кем-то. Если у вас есть пожелания, с кем взять интервью, пишите. Мы будем стараться выхватывать всех и гостей, и участников, ну, как бы более известных в первую очередь, а их тут немало. Естественно, с иностранцами тоже обязательно пообщаемся. Вот. Всем пока. Приходите на StarCraft Anniversary. Скорее всего, здесь очень много будет игр, и, скорее всего, они будут допоздна. Поэтому вы, возможно, и успеете сейчас с одного конца Москвы на другой приехать к нам. Пока.